Всем привет! Сегодня я расскажу о Google AI Studio, платформе от Google, которая позволяет использовать возможности искусственного интеллекта для самых разных задач. В этом видео мы сосредоточимся на том, как легко и быстро редактировать фотографии с помощью Google AI Studio, используя новейшие технологии искусственного интеллекта. На стартовом экране мы видим несколько вариантов применения. Например, Image Editing для обработки фотографий, Visual Story для создания интерактивных историй, ну и прочее. Это уже готовые промпты, которые показывают, на что способна новая модель от Google. Мы сегодня сосредоточимся именно на работе с фотографиями. В целом, Google AI Studio может быть интересен как начинающим пользователям, так и опытным программистам и разработчикам. А пока давайте вместе постараемся сделать что-нибудь на этой платформе. Перейдите по ссылке в описании. Если потребуется авторизация, можете сделать это с помощью своего аккаунта Google. Как только вы авторизуетесь в системе, для начала убедитесь, что в правой части экрана выбрана правильная модель и правильный формат вывода. В разделе Model выберите модель Gemini 2.0 Flash Experimental, а ниже в формате вывода выберите формат Images and Text. Прежде чем перейти к экспериментам, следует подготовить пару фотографий для редактирования. Желательно, чтобы это были снимки, где можно четко увидеть результат работы ИИ. Я делаю фотографии своего рабочего стола и стен студии. Первое, что можно попробовать, это базовые улучшения снимка через удаление отдельных объектов в кадре. Например, давайте на этом снимке полностью удалим очки. ИИ анализирует снимок, определяет указанный предмет и удаляет его. Следующий эксперимент – добавление новых объектов. Допустим, я хочу добавить чашку кофе рядом с ноутбуком. Загружаю фотографию. Добавляю промпт. Отправляю на обработку. Что-то не особо хорошо получилось. Давайте заменим чашку на другую. Да, если вам что-то не нравится в генерации, можете просто в том же чате прописать, что нужно изменить. Теперь перейдем к чуть более творческой части. В Google AI Studio мы можем заменить части фотографии на что-то другое. Давайте заменим цвет стен нашей студии. Сделаем их более красочными. Я попрошу заменить цвет стен на ярко-оранжевый с белыми и черными крапинками. Как вам такой результат? Google AI Studio умеет работать и с людьми в кадре. Например, я попробую переодеть себя во что-то другое. Для этого я загружаю свою фотографию и добавляю описание. Во что именно я одет, что я делаю, что вокруг меня. Не так плохо, как могло бы быть. Давайте подведем итоги и еще раз сравним исходные фото с теми, что у нас получились с помощью искусственного интеллекта. Да, результат не самый идеальный, но для многих базовых задач вполне сойдет. Это хороший инструмент, который позволяет получить быстрый результат. И да, им можно пользоваться бесплатно. Если вы разработчик, то можно подключиться к API Gemini и создавать собственные приложения поверх этой модели. На этом все. Сегодня мы познакомились с искусственным интеллектом, который буквально в несколько кликов может помочь вам отредактировать фотографию. Пишите в комментариях, какие фишки Google AI Studio вы бы хотели видеть в следующих выпусках. Что делать с этим видео, вы и сами знаете. До встречи!